Короче, Тукали спотный, пятерка. Короче, потная, у них линия очень сильная на легкой. Опять нас ебать, да, опять. Потом кекс, блядь, нормально, ты талантливый, сори, что тебя обоссали. Ну, линия там... Короче, у них где-то на двоих в два раза больше ПТС, чем у вас на двоих. Вот примерно так. Так, полу, ребят. Все, ребят, давайте на игру. Я бы забрал себе Тимпера. Мне хочется на восьмой с кем-то взять медового. Убирал бы сейчас кого? Кто у них Кома играет? Вайда можно убрать, наверное. Они виспом будут играть? Ну, они мы могут можем. Вайда просто фпшнуть. Могут, а конечно. А тут виспа героев, кстати, нет. Да похуй, или шаг есть, блин. Ну да, у нас есть саппортов, висп, андайнг, венга. У них на виспе играет, если что, Дукалис. Можно будет. Троек нет вообще. Да. Я тоже. Саппорт, венга, я тоже виспе играю. Венга, Сайленсер, Лишак, ну, Огр риск есть. Риск отдавать и Виспа, и Вайда, так как у них ВП на самом деле. Потому что нам надо брать вот на 8-9, как говорил Ватсон, имба-связку. Два героя имба должно быть. Вот. Да, там чел тоже ХММР, он тоже захочет на антимаге или на войде всолить. Там Дукалис захочет Батрайдера если взять. Батрайдера, Виспа, Венгу. Три героя. А на Батрайдере я, кстати, тоже игрок. Если Но вот видишь, проблема в том, что они могут на ФП забрать этого Батрайдера. Ватсон, ты тут? Да. Че, кого делаем? Кого баним? Я бы виспа убрал? Виспа можно убрать. Бета я бы не убирал. Не играю. Мало играет на бете. А, окей. Так, что там? Там Скоров он играет на антимаге, на войде. О, так там это Баратрум есть, мужики. Вот, вот на нем бы я и выебал. Нельзя линию ослаблять вам. А он на Титанию очень хорошо играет тоже. Ну слушай, а мы возьмем на линию и все равно проебем, потому что у нас ММР в два раза меньше. А так будет Баратрум. Ну, я не думаю, если вы на свой фарм сыграли, вы нормально стоите лайн. Просто у них дифференс огромный был в прошлой игре. В этой игре у вас будет, ну, нормально, вы нормально все сделаете. Можно зомби в тройку взять и просто, бля, разъебать. Пак, там ростик на себе играет. Антимага хочет или Войда взять? А, кстати, Земеля у них еще Войд есть, и Титан у них очень сильная пятерка есть. Ну, если будто бы Вайда убираем, они Титана просто уже не хотят особо. Хотя... Они Титана типа под Вивера могут, под Арка даже того же. Егорыч, ты на бомже играешь? Я сейчас за бустом бросик. Да на четверке что-то бомже ебал. Не, ну на пятерку пойдешь. А лучше Баратрум, ей-богу. Просто если а Баратрум, Батрайдер. Если мы не бомжо... Землю как-нибудь? Ну, на самом деле нет, у меня нет героев, типа прям супер... Он это для него суперкомфортный герой, он все равно будет полезным. А мне либо Коров банить, либо Титана, я думаю. А Титан. А, ну Дукалис играет небось на Титане, да? Титан, герой... он очень много. У него он спамит просто Титана и Виспа. А, блин, ну Титан это жесткий герой, да. Мы Вайда можем не банить. Если они берут Вайда, Кейку... мы берем Вингу. Я бы Кейку предложил бы взять. Я бы вам в топ предложил взять лейн Винга Бара, либо Винга Огр, либо Винга даже Андайнг можно взять вам в топе, типа. О, Винга. Кстати, Винга Undying это уважаемо. Винга 3, типа. Ну, вот на 8-9, если из имбосвязок наших. Они, думаю, Батрайдера будут забирать на 7. Ну, Винга 3, ради бога, но я на ней буду играть. Давай. А на бомже кекс. А бомже. Давайте тогда. Туда. Ну, он Магнуса, хотя от Магнуса норм. Вот, Магнус, Винга. Ну, сами забанили войну. Кого баним? Мы банили. Хотели мужики, банить. Остался антимаг, вот этот классический. Да, думаю. Который либо у нас, либо у врагов. А они, ты думаешь, они на ФП возьмут антимага? Просто нет, он-то останется, типа, видишь, он останется, и потом, чем мы будем справляться с антимага? У меня в виду коры его не закрывают, кроме Блудсикера. А да, мы сами не можем взять антимага? Типа? Ну, вот на он ФП. Останется. Ой, на... так, а если ну, они берут на ФП антимага, чем мы берем? Видишь, у нас... А ДК опять в пуле, типа, видишь, ДК в пуле, который ничего не делает там. Я просто убрал бы сейчас антимагия бы, все, у Комы не останется вообще комфортных героев. Ну, Кома убирай будет начать пытаться дожирать. Я бы тоже как-то антимага бы избавился. И вот... Го, зомби, Винга. А ты, наверное, на Титане бегаешь? Бля. Воровать. Но, я знаешь, что говорю про Титана? Мне впадло. Ну, на зомби любой играет, но я просто не люблю играть на зомби. Типа, знаешь, мне не... Мне кажется, тут либо зомби, либо Титаном. Так у нас на зомби кекс сыграет, похуй. Ну да. Если скажете, мужики, могу и на мид. Типа, мы можем взять Undying плюс Винган, например, отправить в топ, они там просто оба будут фармить. Ну, такая, типа, будет 3,5 лайн. Да, мы пофлексим, если еще там. У нас, может быть, Винга 4, 5 и 3. О, вот Баратрум это они умом. Винга, Андайнг, мне все еще нравится наш герой, два героя. Винга, Андайнг.
Они очень сильные. Ну, звучит нормально. У нас будет опция выход под какого-то типа сефа, типа медового даже, если что. Ну да. Навряд ли. Не-не, Венган Дрэнк это сильно. Если мы это можем еще... А, ну там типа Лина вот есть еще, который контр или Шраку на мид. А у нас Винга, который Лину контрит, любой свап он отдохнет. Нихуя себе. Нам Лина нужна. Да, ну вот я думал нам Лина. Да, я играю в 25-е. Я вчера себе еще этот купил. И морталочку. Если она, если, ну она флексия же у нас. Можно прийти Лина зомби. Вот, ревнутая морталка у меня. У нас будет уже сильная линия. А в харду просто взять кого-нибудь Магнус. Просто Магнус, он, ну, пауэр дает. Может увести там. Я... Опа. Головачу. Ну, это вообще плохой. У нас Винга сейвит от легионки. Это Головачу. У нас тамба, Сигна. У нас тамба. Если что, тамба сейвит, ты знаете, да? Тут... То надо есть. Именно тамбу просто в чела нажать, и типа чел прячется. А, кстати, есть. Да, я на бамбе не играл с тех пор, как мы сделали пока. Такую. Ты просто ешку жмешь в человека, и все. Именно в человека, в кого нажали дуэль. Ну это с шардом. Залезь мне, ребят. Ты играешь у нас? Че? На снэпке. На снэпке? На снэпке, да. Снэпку они снэпку хотят, кстати, против зомби, не? Это вивер пятерка, скорее всего. От Дукалис? А не кэрри это вивер? Я бы себе забрал бы Dragon Knight сейчас, ну вообще, либо брал бы вот эту Лину, но я не хочу Лина играть в... На голос пикнуть нет. А мы Лина ДК не можем взять, чтобы коллексить что угодно вообще? Гоу, короче. Ребята, вы не хотели просто Бладсикера взять, который ебет вот. Ребят, я тут обосу в мид, знаете на ком? Вот прям стоя, стоять, я хочу Квапу взять. Подождите. Какую-нибудь. Да. Можешь ласпикнуть себе и закрыть его. Ты не хочешь? Короче, у нас топ пойдет зомби Винга, просто... Соспамливать. Мы в бот пойдем просто снэпка. Я могу на Магнусе тут оформить. А ты не хочешь? Ну, играть чем по кайфу, но ты не хочешь Бладсикером просто трахнуть, который герой сломанный и против Баратрома сильный. По кайфу на этом герой играть. Все, не базара нет. Давай со снэпкой придем. Ты просто на меня печеньку, я под вышку увожу. Это все. Охуенная страта, если что, Ярик. Вообще. И Магнус, ну, сильный кор. Go. Ну, не, я не спорю. Я не спорю. Давай. У нас просто... аура Винги ебать под Магнуса. И на мид активное что-то. А ты хочешь вот это возить людей с первого уровня или попозже? Ну, типа, если подставится, то да. Ну, я просто... я скажу, если что, если он подставится. Ребят, по лейну у них в топе, у них вивер бара будут стоять. Вивер кэрри, бара 5, скорее всего. Там бони тоже будут ломать, но я думаю, если вы как-то аккуратно будете стоять со вторым Винги, вы даже можете их убивать. Ну, аккуратно, конечно. Будет. Ну, просто в топе смол блочите все время, качаетесь. Да, да. Кто тройка-то в итоге, Егор? Че, Кекс, а давай, смотри, если бара пятерка, ты четверка зомби, и тупо за ним бегаешь и сильнее его. А с вивером я справлюсь как-нибудь. А, ну или ты у бара выставишь силу и идешь райт-кликать этого чела. Тут опция Винги, Винга так, она и на 3, и на 4 одинаково сильная. То есть, мне кажется, даже стоит андайнга коры сделать, я думаю. Ну, лучше андайнга коры делать, да. Ну, чтобы он побольше пофармил, купит какую-нибудь ауру там, нам какие-нибудь грифсы зарядит или что. Мне больше Винга нравится. Да? С аганимом. Значит, в топе лейн, ребят, Титан Вивер. Титан Вивер в топе будет лейн. Опасный лейн. Будьте бдительны. Да. Че, я четверка, определились. Монобус и Владимир варю. Все. Зомби 4. Если на вас титан бежит, просто вам нужно будет дать стан и убегать от него. Не деритесь, пока у него дух есть. Угу. Он прям стакает жестко, да, будет этого духа бегать? Да, там армора много. Не дайте ему стакнуть смол кемп, это очень важно. Да, постоянно кейк смол. Мужики, я вам сразу признаюсь, я на четверке, блядь, первый раз в жизни играю, поэтому вот эти не дай стакнуть и так далее, все может получиться. Так, я понимаю, что мне нужно сделать, но могу проебаться. Титан, лего. Это либо бара, нет. Это медовый барыч, наверное. А, погоди, что? Ростик же медовым Ростик титаном мне... играет же. Я закрою на кой. Ну я все равно беру, тут Квапа идеальная просто. Я покупаю Юл, ни один герой из них просто в доту не играет. Опа, у нас Юл. Наконец-то никто в доту не играет. Егорыч, слышишь, что говорю? Я по блокам, анблокам, это полный, я лох, типа, полный вообще. Ну давай, я этим буду заниматься и крипов бить. Да, это мне Квапа нравится. Ну вы готовы, ребята, все, я беру героя, договорились. Не, у нас есть минута, мы можем реально попиздеть. Да, я думаю, вы можете договориться между собой, чем так, окей, смотрите, я четверка. Очень важно, говорите, забанить кэмп. Я в душе не ебу, как это сделать. Я понимаю, что надо подойти поставить вар, но все меня басы человек, у которого 12 тысяч ММР, очевидно. Что мне сделать против этого, объясните мне? То есть как мне поставить? Не стоит там сэкономить? Возьми манду, нажимай ДК.
Пока у него второго нет, размениваемся с ним просто как-то под блочкемп ему. После рун можно сделать это. А не стоит ему на андальнге ботинок вообще взять на первой бабке? Против титана. У меня армора там. Ну, там идея в том, что когда он под духом, ты убегаешь, когда он без духа, ты гоняешься за ним и ебешь его. Типа. Можно виндлейс, вроде я знаю, что против миличных саппортов берут виндлейс, это достаточно, насколько я знаю. Но я не сайт игрок. В целом, да, знаю. Лучше виндлейс, чем саппорт. Типа, чтобы вам еще и гранатка нужна будет на там поддавить. На гранату хватило, на танги. Все, давай, ладно, Егорыч, попробуем. Три манга я беру, или это хуйня сейчас? Все, я беру. Да, думаю, не стоит прям три. Ну, два. Одно. А ты же курицы можешь привезти, если надо будет. Мы сейчас еще увидим, что за лейн у них. Расшаришь шкуру, да? Я тогда... Пятерка вивер это. Ростик мид получается. Вот, это пятерка вивер, видишь? То есть я не беру винлендс, да? Че, сапог тоже не беру. Я беру стики, гранату, манго. Типа того, да. Так, кто у них мид, я вот не понимаю. Он хьюман это кто? Четверка же? Титан мид, Ростик. А, да, там у них написано, да. Так, у них линия, Братрум и этот, Легионка. Что это за говно? Это что за говно? Бля, вот бы я против этой линии постоял на зомби, вот если честно. Так а мы можем, че? Было бы так заебись, бля. Ну мы можем свапнуть, хотим ли мы, правда, это делать? Нет, это вопрос. Не, надо, чтобы у вас... Ватсону. Да, ему надо, если... Я и так на магну сегаю, с двух медичников же вывозить могу. Давай. А против форса неприятно будет стоять. Это чистая правда. Тебе сейчас будет... Нет, так к тому, что зомби вниз, а снэпка вверх. А не, мне зомби не поможет вывести. А снэпка... Можете сюда, ребят, можете сюда просто стать подождать. Давайте тут подождем, веру на боте заберем. Тут не будем драться, если что. Давай. Блин, мне очень хочется скаттербласт прокачать на первом. Опс можешь купить, не забывай про опс кейкс. Тут есть такой момент, что мы ни одного их героя на ФБ не убьем. Это, не, ну мы не по дикеем сможем, если что. Да если нет, они поднимутся, они шибут. Убьем. У нас очень много урона. Никого нету. Пусть они первые идут. Они вот тут, ребята, они тут должны стоять, готовьтесь. А мы не хотим пойти их ебать, типа, а не нас мы. Да нет, снайпка дикею у нас. Давай, Ярик, подойди. Да. Скаттербласт, граната. А надо в топе поблочить успеть, гайс. Да, да. Блять, пока нечем. Или печенька на меня, тебе на линию. Не, печеньку я нехай это не буду качать. У них нет санов, ребят, у них нет ФБ потенциала. У них один сан на команду, это бар, и то сейчас такой спирт. То есть они вот здесь стоят в пятером, правильно? Да, ну, наверное. Возможно, там, да. Бля, ну они могут... убегать, ребят. Мы тебе расходимся. Идите, блочите, просто дверу наберем. Да, они вон. Так, Егорыч, а мне на мопс они в топе были. Да, угу. По дороге ебало кому-то сломать. Да, хз, нам на линии опс не особо важен вообще. Так что можешь куда хочешь. Братрум у них пост 4. Что логичнее было бы внизу его поставить, чтобы смотреть, как он на мид бежит. Ай-яй. Сейчас пробиваем тут. Yep. Надо пик будет заблочить перед центриком. Угу. Я куплю парочку. Я вот это. Я тут ветку прорубил, сюда поставишь. Угу. У меня скаттербласт на первом сорре, я уже прокачал, поэтому. Угу. Я говорю, главное пачку, просто старайся. Да, я понимаю. Урон, конечно, Ростислав. 90 тычка. Кекс, ты мне нужен. Да, ну я заблочил, бро. О, крип не отарился. Понял. Крипов забирает пачку у нас. Я возьму пачку. Угу. Ебать, сколько армору. Опс, сентрю, наверное, да, под нас взять? Ну, хочешь, можешь взять. Фирменный, по двоим. Так, нам бик разблочивать, Егор? Ну да. Блять, не убью, честно. Можем ебать какого-то головача? Или пока не особо интересно? Просто пробивать. Хорош. Работаю над этим.
А дропни мне что-нибудь. Осторожно. Нормально. Блядь, эфирик не набрал. Не поверил, сам тычку даст. Не, я должен от барыша убегать, он убьет меня. А я ждал, а не дождался. Это сейчас равно забрать. Не, у бара четверка, да, вроде? Да. Отлично. Сейчас он крипа не пойдет. Так, он пошел разблочивать Егор, я ушел с ним. Окей. У меня расходнички едут пока. Я телом Егор буду блочить сейчас, поэтому это аккуратнее. Все отлично. Я пойду, наверное, лотос заберу, да? Да, окей. Ты там это рискуешь, опиздюлиться на самом деле. А я убегу. Ну, типа, Урса еще за мной побежит, я убегу. Не, Урса не побежит. Но он может есть. Жучков накинуть там. Или у него Джиминей. Слушай, я не видел. Вроде. Не знаю. Да не, жучков накинет, нажму тп аут, если что. Короче, я просто заблочу телом сейчас, нормально будет. Он не пошел за мной. Они лоту забирают. Надо пачку поставить, пойти пульнуть на пару крипов. Базик приехал, моя... короче. Он заблочил. Не получится. Можем кого-то трахнуть? Смотри, я тебе кину печеньку. Не охота увозить пока. Ой. Больно пока. Ну нормально, а у меня много рез. Ну я понял. Что ты хочешь? Желание твое ясно. Хочешь накидываться, як и зверь. Подходит. Пара мисс. Okay, да, бара куда-то в сторону мида, да, пошел. А в СНС давайте скопать, ребят, потому что даже можешь на перетяжке от бара ставить об СНС. Один опс есть. Так ты же можешь себе купить, не? Не, я себе купил, у меня есть опс, там еще один лежит. Убежал вивер на контроль верхней руны. А, блин. Он уже тут, наверное, да? Сейчас пачку еще поставлю. Угу. Да, вивер у меня руну забрал. Сегодня я не формим. Сегодня я не формим. Возвращается. Я просто ману трачу. У меня второй стан сильный. Ты лучше. Дикей по двоим фирменный. Да. У меня тростик пошел то ли лес, так то ли фармить. У меня есть стан на вивера, на самом деле, если он подставится. Да у меня что-то ранжевик доебался. Почему? Причина, да. Я украду крипа, короче, лучше. Все, уйду. Ага, я вивера бью. Понял. Тростик где-то в топе, хочет что-то в топе доебаться. Аккуратно, не видно его. Ну, иллюзия полетела в топ, по крайней мере. Мы можем пробить. Можем убить, я думаю. Он там что-то умирает. И этот что-то охуел. У меня стан 5 секунд. Он меня убьет. У него хайзы, Да. Нормально. Пофиг, не качается. Да. Он гранату кинул, проебал хп. Там вообще бить не хочет выходить, он просто линию пушит на меня. Так, под шестую я подхожу на мид или бесполезный кусок кала? А, под шестую? Да, можем, да, можешь. Егорыч ушел, один. Заходит Руса к тебе. Угу. Вивера контроля здесь. Я тоже помогу руны прочекать. У меня сейчас ульта будет, я пачку фуршил. Немножко от прицел можешь отойти потом. Как раз что я должен получить к файту. Там много урона будет у Элдера, ребята. Че, я замедлил дротиком. Барыч тут тоже чекает, смотри. Забрал бы. Топ. Умирает бара. Этого. И сентри? Нету, да, сентрика. Хорошо, почти близко было очень. С инвизи, камон. Угу, я заберу трону, спокойно. Какой-то вивер гуляется. Можешь она сопс привести, поставить его сюда. Он со мной рядом, на этом, Элдре. Пассивка работает.
Сейчас смотри, можешь остаться, если там бай есть, надо тебе как-то выйти, у него варда с левой стороны не должно быть. Можем боти убивать. Можно потом его сейчас убивать. Я иду. Про ну XP не забывай. Я ушел на XP тогда. Окей. Тут центряк стоял, то есть возможно здесь есть вард. Это они после рун. Можете начать здесь. Если подойдет. Недолет. Лабораторум на топе. Он не качается вообще. Ну да, легенка там совсем бедняк, у него брассер тупо в инвентаре. У нас, правда, титан что-то снизу делает. Вопрос, что он тут делает. А есть пул? Да, на самом деле есть. Титан здесь, получается, где-то вот тут. Туда побежал. Ростик лес вообще, он ну да, вообще где-то выходит. Здесь. У меня ульта 38 секунд, я в теории смогу... Блин, пара в топе. Да, он руну промыл, чекал. Я думаю, я пойду куда-то погуляю. Я шестой сейчас буду. Хотя я могу тут поапать левел. Рефил бот надо? Можем еще убить его. Да можем, но она... Он так играет, что его не убить, типа, он слишком терпильно. Батл хочешь? Давай батл. Хорошая идея. Здесь. Вешу. Просто бегаем. Можно руну под руну сыграю. Вот элдер можем убить. Элдер голдер убим, у него мало хп. Я подойду к вам тоже. Урона много. Не давай ему подходить близко к себе, он тебя убьет. Аббаратрум левел 3 вот здесь. Мяха ста. Чекал топ руны. Все, я подхожу. А что, можем титана трахнуть? Конечно, можно. Ну, на меня печеньку давай, я побегу, давай печеньку. Ярик, уже давай кидай. Да. Это лять. Барон толкнул, убил. А вот этот, он же без этого. Ребят, вивер, он же без пробежки. Пробежка. Не, ну там КД было у него. Определенная. Вот сейчас. Урс что-то делает здесь. Да, а что он тут делает? Ну на топе скучно. У меня 10 секунд ТП когда. Не могу улететь. Я бы под баунти сыграл сейчас. Значит, урс он не второй ТП. Непонятно, делает что-то. Пойду что-нибудь постакую, да, наверное. Элдер без рона умер, Угу. Ой, без ТП, извиняюсь. Тут вот стак сделаю еще. Могу. Через 10. Ну ладно, ты... лучше беги кейк на ноге, я баунти заберу. Смотри, трипл стак здесь, зафармить. Урса вернулась ко мне. Пара бежит, наверное. Зафармишь бак со мной, трипл стак? Да, я зафармлю. Я заберу баунти сначала, потом зафармлю. Да, я тут Егору, если кто может помочь. Ой, там... А я свапнусь, может, успеешь? Нет, да. Слишком много стаков уже. Че, головача не фарм? Ладно, это я в миде пока поставлю. Не, он вообще, да, на него можешь забить, там мертвая линия. Там Элдер вообще тоже не подходит к крипам, если что. У меня 4000 нетворса. Подошел, пока я ушел. Нормально. У него сейчас будет очень много урона на фейстаках, от фейстаков, если что, НС. Надо их зафармить. Сейчас в мид тэпнуться и за свап убить Элдера. Можно. У тебя свапа же нету. Как он тут, сука? 20 секунд, да. Есть вот первый стак. Пойдем зафармим этот стак, чтобы он там дэмэдж не собирал и левел апнем. Лотос один на голове. Я активки хочу собирать. Да, уверен, шестой левел. Верхнюю. Могу на мид под активку на нижнюю телефон. У меня 10 секунд до свапа. Вот эти под мидом, ребят. Я лечу в мид на ТПшке. Вивер тоже тут. Не банешься урона, аккуратно. Там он мне с одной точки пол хп снял. Топи надо счету, ребят. Да. Не достаю. Ты попросил печеньку и обдал. Что? Не дотянулся бы все равно. Можем мид там сейчас по тележку, ребят. Давайте. Кстати, не стакайтесь под Элдера, Элдера очень много урона. У этого руна чита. У меня с одной тычки пол хп ровно снял. 40%. Летит Элдер. Все, еще хочу зафармить. Это давай просто с руки бить, все, это единственная его опция, ребят, всю игру. Просто толкайте, от него подальше убегайте каждый раз. Пойду сбегаю к головачу вниз. Возможно, давай, он расслабился давай. Уже, что забыл. Что тут кто-то есть, кроме там, него. Наверное, мне без тамбы я зафармлю сам. Не забыл. Может, на пачке смотри. Да не, он меня видел. Нам бы выйдет. Он супер аккуратен. Ну хочешь, просто беги на него, как бешено, я дам печеньку. Не успею. Ну, вдруг успеешь. Да, давай, качай мид, чтобы не потеряться. Я могу лес пока бить, не вы. Титан летит. У меня 4 секунды когда. Выйти, тут три героя. Угу. Я сломаю жука. Давай вместе запускаем. Я лечу. И бойс помоги. Не-не-не-не-не, вы...
Ребят, аккуратно, аккуратно, аккуратно. 4 героя дали. Да, они готовы. Ребят, не надо было сюда лететь-то уже тут. Тут уже все. Бля, а что тебя так стерло-то быстро? Это Титан? Я без рестов был. Урса. А, Урс. Не, ребят, не надо лететь. Вы качайтесь, качайтесь. Мы забрали фраг там. Да, да, у нас отличный план. У нас... Че, гоу? Не уверен. Не знаю. Ну, я не делал. Пойдем, пойдем наверх. Вышку заберем тоже у них. Если что, у нас есть вроде... чем играть? У меня ульт. Я хочу иметь. Сейчас покачать. У меня будет сабля, блинк. Там руны иллюзии на ростике. Там титан нищий. Да, да, там титан еще не проблема. Титан нищий, легионка нищая. Это факт. Остальные не особо нищие. Надо забрать вышку, ребят. Гоу заберем тоже. Они все снизу все. Я пока на стаках, вы можете это без меня делать. Да, да, мы можем. Я просто говорю, гоу. У Баратрума ТП нет, если что. Вон внизу. Чейз. Мне нужен сабля, блин, мы можем все это навести. Они вот под ботом захотят какую-то херню, наверное, придумать. Может, гейт забегут. А, не, у них ботар не упал, кстати. Но их не видно. Непонятно, где они. Топ не деф, вот что-то, а вон деф, это Урс тут пришел. Урс и БФ появился. Тоже такое все. У меня Вичблейд, я очень сильный. Мне нужно как-то плюсануться с Вингой, наверное, и с этим андайнгом. Бот, наверное, мы не задефаем. Бар очень хороший килл, ребят. Но... Че, в гейт вы не сможете, наверное, не успеете забежать. Не-не. Да не, на бот уже забить проще, чем идти туда. Я бы сейчас под экспу бы сыграл бы. Под их экспу опасно. Хотя мы можем. Не, можем под их, можем. Можем Урса, блин, аккуратно будет. Они под чарж будут сейчас нападать на тебя. Под Урса, блин, аккуратно. Я просто бью крипов до аганима. У меня появится аганим. У нас у Магнуса будут шмотки, да. Мы их выиграем драки. Это руна иллюзии, если что. Элдар бежит. Элдар настоящий в виду. Потом что-нибудь стак. Вот тут можно нас Ярик застакать лес, да, и показать мне бара, который будет меня чаржить сейчас. Потому что они будут меня чаржить. Видим. Бегут Ярик, на активку в топ. На активку в топ бегут. Боти бара. Титан. На в топе активка. Есть ульта, 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 ульта. Братрум в топе. Весел и Вера. Тройку будет нашу качать, надо потерпеть. Как же урона много. Тут вот стаки можем подфармить пока. Угу. Блин, я там боюсь этого бара. Да не бойся. Слушай, у страха глаза великие, блин. Чё все боятся-то? Угу. Не, ну он же не может быть везде. Поэтому не выхожу пока. Не вижу. Докачайся сам стаки. Стоит. Вот сейчас могут стоять. Есть в центре тут? Я бегу, нет. Хотят. А мы хотим? Ну, мы под Магнуса можем, блинк, но они сейчас... Можете потравить, у меня блинка нет. Да, найс смог. Да. Лечу, блядь. Надо было сказать, мы идем или не идем. Не, мы могли, стоп. Норм, норм, норм. Ну, более-менее разменяли что-то. Стокните мед. Урса будет сейчас ходить, хантить нас. Вот. Да. Просто дочите Урса, да. У него блинк. Я думаю, в миде поплюю просто, наверное. Урсов только под мой блин. Мы можем глиф, да. Глиф нажали одновременно. Да, паник забрали. Так, под тамбу сейчас можно будет принять, если он пойдет убивать. Они сейчас опять побегут в мид, кейс. Да, скорее всего, да. МБ оп, даже за вышкой стоит, там ивер был. Да, есть вероятность такая. Я сейчас проверю. У нас просто сентрей мало. Я поставил сентрей. Вот здесь может стоять. Пара в топ чаржанул. Там, наверное, Урс. Да, но они просто будут бегать там. Сейчас бара Урса. Ой. Не сыгрались. Да, что-то надо урона. У него 400 урона с руки. 400 урона. Ща блинк будет, готовьте смок. Давай, я парочку возьму смоков. Вкуснотища.
Мы сейчас вот, мы должны прям сейчас территорию леса с дефати захватывать. Мы их можем в ответку убивать. Там Элдер откайтить, если что, и сразу кейк ульту жми. Если не нападают, просто ульту жми, хп себе добавляй. И по твой ультимейт мы можем их выносить. Все, я бегу, нет, смотрите, я сам бар. Они на меди вышку а будут забирать просто. Нету. У нас все равно, они пойдут тройку бить, мы там можем встретить пятером. Угу. Да. Что, мне да. Может на шаг на вингу? На вингу, да, на тебя бегу. Тут веер. Да. Просто спалил урсу, нас. Урсу, урсу, ребят, урсу надо. Да, да, да. Ой. Ребят, замедлен очень сильно урсу. Есть? Я есть. Стоп, стоп, стоп. Смотрите дальше, ко мне, со мной так короче. Да, иди, понятно. Я на ТП-шке. Мне понравилось, ой. Это забавно было. Бля, у них тут вард, наверное, стоит на горе. Ну да, он нас видит просто. Да, чел. Да, да. Ну я бы занимал тут позишн. Он урон собрал с нас. Если ребят, я но... видит, он тебя трахнет за долго. Не, он меня не видит. Он вообще вниз куда-то полетел. А, в миди. Да, он в миди. А там барон на глеев. Кто-то бот может. Да, мне нужна винга. Я тут под мой мув, вы можете. Мне 1000, да, гонимо. Шар, да, очень важный. Бар чаржит. Держанули. Выйти, стопа, выйти. Да, ват чаржит, ват чаржит. Я ТП делаю. Успел. А, вон он только тут еще. Ребят, я тут стакнул немного зафармить. Да. Они просто фармят на мидас на этом. У меня сейчас чарты захотят, из гейта выйдет кто-то. Савер побежал. У нас есть какой-то план, или мы просто кэтч? Что? Ну, кетч, пока что туда аганим и беги кетч. Просто... А мне аганим на венге надо. Если они в нас бегут, мы отвечаем. Там урси пока банят, он умирает очень быстро. Здесь зачаржили меня. У них тут вижен есть. Надо ломать апсы на нашей стороне. Да, у нас кончились сентри просто уже. Такая ситуация. Они сейчас опять не побегут. Я могу ярик тебе вообще все сентри. Понял будет? Ну можешь, да. Да, ты покупай себе что-то, Кирилл. Я сделаю. Валки что-то не идут. Больше не трогаю. Вот, Вивер тут бегает, конечно. Ну, я могу заюлить, потом печенька, потом стан винги, ребят, по Виверу. Если... Я думаю, есть? Их тут очень много. Я лечу. Там бары не будет. Блин, успел. А я здесь, просто... мы можем сейчас попробовать ответить. Давай. Можем титана убить. Ну чё, он... Я могу он... его сварить. У него ДД в он... Да не, ну мы быстро убьем, похуй. Чё у него там? Вот. Печенька? Да. Я не могу просто... Юл тратить не могу. У меня гост, если что, я подрывал. Сейчас, стой. Да, я стою на сапе. Я в смоке здесь. Я не могу, ребят. Не тут, кого-то видят. Не могу юл тратить, когда не вижу урсу. Что пачка, мужики, большая. Дайте винге, аганим добить. Да, мне 600 рублей сейчас. Бот пачку забери. Так там уже два героя. Да нет, это сапики же можешь. У меня сейчас ТП нет, гайс, не надо будет драться. Если надо подрос одного героя, дайте. Они подрос, что там башер урсы, вот лучше я очень сильно боюсь, блин. А кто не боится? Я тоже боюсь. Но у него нет БКП, гайс. Бара с лотаром, пачку толкнул. 200 рублей. Давай, я выстрелю сюда, добьешь. Да. Они Рошана будут бить, скорее всего. Миду. Да, ошибся, чел. Я подхожу, они не в смоке. Го. У нас фанга почти с гаем, я тоже лечу. Стоит герой рядом, я не могу. Заставили. Что, есть еще у нас? Я бегу. Есть ебать? Вивер бегает, да. Давай попробую вести тут. Он понял, что у нас вар. У меня есть оганимся. Нет, ладно, я манту пошел, пойду добавить. Да опытом пошел. Они под рочи будут играть. Или там рун XP сейчас появится. Рун XP можем терзать или забрать. Так, да, гусь артик заберем по-быстрому. Потом под бот пойдем, побежим Рошана. Внизу трое. Да, не Рошана просто будут бить. Подозреваю. Иду, к терзателю, так сказать, на помощь. Ну раз венга с аганимом сейчас 12-е будет. Я просто пытаюсь понять, если у нас какой-то пик силы вообще в этой игре.
Да, сейчас у меня манта будет. Есть подлечиться как-то? А мы все проебали смоки на самом деле. Пойдем на мидвей сейчас. Но он через 20 секунд будет новый. На активку можем выйти. Хорош. Хорош, хорош. Слава, пойдем на активочку, да. Здесь урса гайд. Они захотят вот сейчас подраться. Можно, можно с ними подраться в ответ, если вдруг. Бля, гост проебал. Будем ждать теперь. Там аганим на этом, ребят, я на элдере. Я могу стоять и байтить всегда, типа ебалом. У меня аганим, так что я могу стоять здесь. Вивер, если они на меня. Вивер, готов? Есть там у вас? Я. Да, да. Есть, есть, но ты прыгай. Оп, достанем. Сапахнул тебя. Ага. Я и урсу дейлю, урсу дейлю, урсу дейлю, дейлю. Стаки снял, собственно. Ага, хорошо, ага. Отсюда. Титан взорвет сейчас аккурат, борозда. Замедлил, замедлил. Я выйду чуть-чуть, выйду чуть-чуть. Откатись, смотри, Ватсон. У меня еще вторая жизнь будет. Опасно, опасно. Ага, конечно. Можем, можем, они ОХПшные, по чуть-чуть. Титан с аганимом, сори, аккуратно. Бар, бар, помочь. Я в чарже. Мне ультанут, ребят, помочь. Есть свап, свап, стан? Нет стана. Что нет стана? Блин, у меня бай будет, но я не, буду, не хочу боиться. У нас свап есть еще. У нас есть новая венга. Новая жизнь. Да. Вот, без ульты, без ульты, без ульты, если что, на вивере. Ташка пока, ребят. Я бар с инвизой пробежал. Свап, 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 смотрите, смотрите, ребят, умирает, умирает. Отлично. Сегодня я не форме. Элдер бежит, маны малого элдера. Угу. Шарт есть, мне интересно. Надо будет. Угу, элдер мощно делает. Ну да, элдер, это в некотором смысле проблема, но он больно бьет, но он и сам как бы умирает, у нас же РП. То есть он за РП-то расклеивается вроде. Какой не было дуэль, затанчивал. Ребят, боти. Зато ты плюс бабки получил. Ой, плюс дэмэдж, точнее. Могут под ботом быть. На бот, если подойти на бот. ТП есть у вас? Гос, мачок. Мы бежим. Аккуратнее. Не прям через... Мы аккуратно бежим. Пожалуйста, не успеете, да, ТП нажать? А что сразу ТП не жмите? Так у нас КД у кого-то и вообще. Ну, у меня, по крайней мере. Ну мы можем, мы можем драться. Свап, 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 дэнга, дэнга. Там бой сейчас будет. Мека будет еще потом. Мека, мека, мека. А я не в стане, первый удар баш. Там лоу хп. Морсик окончилось. Я в Йоле. Сбиваю, блин. Давай, давай. Не вижу. О, ребят, хорош. Тут вивер еще гоняется нету, сзади. Маны нету. У меня нет свапа. Пертол, да я... А, нет, да. Вивера убил. А, надо вместе, гайс. Угу. Нужно быть всем. Сейчас, сейчас будет свап, даже доживи до свапа, вроде бы даже не доживешь. Вторая венга будет. Вторая. Нам а ну-ка! О! Это венга! Без маны. Алдер без маны. Так, сейчас очень тяжело. Сейчас они очень большие, надо будет играть от Магнуса, ребят, в основном. Надо просто попытаться вывозить, мы будем убивать. Понятно, тут видят. Есть. Я форс купил. Он захочет ее, гайз. Еще на БКБ пол. А чё, мы не можем ее, этого, эту Урсу? Сверху много БКБ денег заберете кто-нибудь? У них отцы, скорее всего, в этой зоне. Вполне вероятно. Блин, мне нужно, чтобы венга со мной рядом качалась. У меня единственное, кто может сейвиться. Вот. Я бегу вниз, я там бой попробую. Наверху никто каш не заберет. Ты не успеешь. У них просто такие вот, герои, вот, 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 они вот, вот, настолько быстрые. А как спрятать-то, ебаный рот, на тебя поста. Под на дефом, да. Типа очень быстрые герои у них, ребят. Это понятное поэтому дело, да. Тяжело. Да, тяжело вардить здесь, yep. Что-то уж там бегают вечно. Я бегу, я бегу. Да лезь, смотри, но они не будут нажимать все. Вылезю. Сейчас я не буду показывать. Там прям на меня надо нажимать. Понял? На меня надо нажимать. Ну я именно поставил на тебя вроде, но типа я такой. Да они просто здесь фармят, можешь показывать где угодно. Я бы пошел. Вместе все пятером ready, guys. Ну да, такое время уже пришло. Друг друга подсейвить. У меня сейчас будет шарт, я сам себе его куплю. Будет много. Это понятно, раньше пошел верхний кем бить сейчас.
Bloodmail на... Можем Баруто опять убить. Ну, можем, надо, так что нету. Я думаю, у меня есть. Я иду, но... Я, наверное, вард поставил бы один какой-нибудь глубокий такой, чисто чтобы был. А, даже сюда. Кекс ну, да. Станет. А, шардом он думал пройдет. Леша? Их много дают за киллы. Они могли уже бежать в бару. Я курьерчика еще двух забрал. Кстати, говорят, я двух забрал курьерчиков. Они получается, где-то бьют. Здесь был Титан или че? Сейчас бару нет. Титана мы не можем убить. Титана мы можем убить, Титана. В смысле, за РП, за твой он расклеивается же на куски. Не, сейчас у него щелдруна. Да, он и даже не нажмет, чувак, но 2-3. Там ресурсы еще можешь прыгнуть. Не, ну это уже другой РП. Винда, ты готова, смотри? Да, я готов на свайпе здесь, если нападут. Не выйдет. Почему я не вижу радиуса вышки, когда я альт нажимаю? А бывает такое, да. Это дота, N2? Качнул. Они ждут бару и захотят опять хитром подраться. Я хочу экспу забрать. В принципе, можем долго играть. Но если они у них тавер дэмэджа нет, я буду ловить, если они будут бить. Угу, это в долгую, ребят, игра. Нам сюда бы поставить опус на мид, чтобы видеть на мидвейве. Поставьте кто-нибудь? Я просто два, вообще на топе. Я тут на топе завардил тебе и стою, качаюсь, кай. Отлично. Не, ну удовольствие есть определенное. Вопрос, где они вообще? Напали на мир и бара. Угу. Я подбегаю на свапус. Ехал. Я залез. Я... Блин. Блять, не успею. Вот, я в тамбе, гайс. Да-да-да. Блять, не успел. Я с вами, гайс. Делитесь. Вапну. Я заблевку туда заблевываю. Я застаню Урсу сейчас. Хорошо. Блин, он слышал с этого. Я тоже бай будет 20 набираюсь. Я иду. Блять, мне под Элдером слишком много. Да, меня тут волк подняли. Чё, мутить будем? Оп, я сбил ему стан. Эй, ебучий баш! Правильно, ебучий баш с первого удара, аж трясёт от него. Бля, да драка это дерьма. Мы изначально в плохой позиции. Я ещё ТП плохой. Мне кажется, а го гем купим? Можете гем купить? Давай я куплю. Я, короче... Да я да плохо, плохо начал тыпаться, в итоге мне пришлось отменить. Вы без меня дрались, считай. Дропнешь? Я, я пытаюсь поделать. Его выложить у фонтана, но почему-то не получается это сделать, пока я мертвый. А, ну, одна хуйня, ты появишься быстрее. Ну, если дольше. Я думал, там бассейвит от дуэли, она продолжается. Она сейвит, там, типа, под Элдером у нас 0 армора у каждого. Да, там Элдер ебет в дерьмину вообще. Я выложил гем, вот валяется. Титан слишком крепко трахает. Да, там часа Игис будет. Они Рошан бить пошли. Рошан боти будет, конечно, нам нужно попробовать подраться. Нажать мог, попробовать. Давай поставить. Я куплю смачок. Бара на меня чаржится. Я его свапну. Давай, останешь. Да, здесь все. О, давай, я бегу. Я да. Ядер свапну. Хороший свап, ребят. Вот с пацаном. Титана. Открываем. Найс. Сейчас позавелись. Да, меня 7. У меня нету. У меня вторая жизнь будет. Еще куча сапанов будет. Хорош. Сап на чарж оставь, можешь. Да. Не завелит. Можешь этого свапнуть, Виверо, если успеешь. Не достаю. Я легионку, может, попробую. Не. Ну мы под Мрошу, на самом деле, не этим его немножко оттянули. Они и так заберут под Вивером. Там нолик появился, если что, на Магнусе. Он будет стаки эмпауэр сбрасывать, стараться. Чё? Что-то нужен какой-то предмет, как думаете, это именно какой-то конкретный? Не, ну, очень тяжело даже придумать предмет. Не, у Иулпати какой-то, но... Форс, там нолик. Ну, форс есть. А там нолик уже, да? Да, там нолик. Шадоблейд попахивает покупкой Шадоблейда. Знаменитый. Ну, это, кстати, реально работает, я тут проверял. Ой-ой-ой. Я не успеваю. А ты проверил варда-то там? Не было варда, просто вивер забежал. Я мой вивер, если что, забрал вивер гейм. Воришка, блять. Пу-пу-пу.
Он тоже нолик фармит себе вернул. Или рапиру, я же не знаю. Но у него сакрет есть. Я этих купил сентри. Ема бежит девардить, если что. Саша, я же на этом. Ну, от свапа у нас слаб сквивер, мы всегда можем дефаться. Мне сейчас шива будет, я буду, ну, уже, наверное, не умирать от бары. Мне каждый файт просто бара чаржит, и тяжело мне тоже драться. А линка нужна, наверное. Ну, да, уже да, поздно. Линка будет. Ну, да. Не, ну не, как не поздно, не поздно, но ну, я имею в виду, что... Да, да. Типа изначально как бы. Сейчас. Блядь, этот вивер, как да, же он заебал, сука. Бегает. Свапнешь, может, его нахуй? Хотя ладно, мы сдохнем за это, скорее всего, да? Но мы сдохнем за это. Уже, да, уже опасно, ребят. Но они аутся в топе, мне кажется. Попробуем, гайз. Как ты заебал. Есть свап, есть свап, есть свап. Есть. Далеко, уже, на, уже нельзя. Помочь, 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 помочь. Свап есть? Меня. Блядь, свапу. Эк, там можешь поставить у себя. Да мне секунда, гайз. Я лечу. Вот, вот, показываю. Вот. Я стан не дам. Нет, его нету. Нет, там нихуя. Доли, у меня сейчас будут станы. Элдер, элдер. А, это люди. Да, ребят. Я жив. Я жив. Да! Блин! Что, охуел? У меня КД. Ой, наглый. Охуел. Нормально. Да дефнемте, ребят, глиф еще есть, Т2 стоит в миду. Все файл. Попался. Закинут. Да. Тауэр дэмэдж не такой большой. Он еще гост себе купил там из чего-то. Там гостецкий у него. Шанна не бьет, странно, очень странно. Так, что-то немного рофлят. Шоумейна. И опять команда головача залезет. Там может быть что-то. Может выиграть вообще турнир сразу этой игрой. Вот, база просто играет. Скачаемся. Нереально сейчас драться. Моя Урса 21. Слушайте, а мы не можем сами потерять Рошана рискнуть? Ну, пока Урса нет. Не хотим? Ну, Урса 60 нет, мы успеваем, даже ТП там. Го. Попробовать, а таких убивать просто. Стоп, есть, стоп. Я пытаюсь, но не достаю. Оп, блядь, не достаю. Я брошу не лунил, ребят. Сейчас все могут. Нет. Ой-ой-ой. Надо сейчас просто подраться попробовать, вот. Его слаб. Да, блин, у нас дастов нет, что ли. Бара в топе, если чё. Сори, ребятки. А, нет. О, значит, Элдер. Элдер, извиняюсь, он тут забашил. Просто значит... базу играем, то я буду пытаться увозить. Я пару дастов тоже куплю. Финвейкер на баре, если что. А чё он, блядь? Бегу, их там может быть немного, они без урса, го их ебать. А, да. Понятно, что они тут без урса. Легион. Свап? Свап? Она БКБ назвала. Ударила меня. Но мне урон дадут. Там, да, дальше. Да. Меня за Юля нажал его. Сатан вивер. Да, могу за Юля дальше. Будем. Ем забрал. Титан здесь. Ем отдал. Я ему дал. Я не тралка, РП. Еще будет сам. Бля, пиздец. Как же больно делает титан. Там уже урс появляется. Есть свап. Бежит уже урс, ребят. Бежит сам, просто бежит к вам. Типа на Рошана пошел. Ага, у него этот брошка. Я думаю, да, да. Я думаю, что ж так больно-то, блять. Вы вдвоем убиваете. Нам на варда камбэкать, просто поставить его по центре. На хгшках. Угу. Копишь Егора или кто-то возьмите? Могу везти. Ну, я труп. Я подойду, если чё. На минуту. Я сам досты переложил, и досты есть. У них вивер без бая тоже, да, если да. Что. Я могу подъюлить, если что, в теории. Очень надо БКБ докачать. Просто от базы сейчас играем. У нас что-то нам урон нужен, на самом деле. Как-то вот дэмэджа придумать. Дабы пережить бы их, вот, вот в чём правда. Бля, я погоди, чего? Так урон, так это же я могу стать нашим уроном, правильно? В теории, да. Отхыви аккуратно, ребят, сейчас кейк я аккуратно. Я террасмер хочу сделать в венге здесь. Вот урс показался, пока может не свап всех боится. Но чтобы стать нам уроном, надо нужно. Время. Может свап-сквивер, ребят, давайте свап-сквивер, встаньте в одну позицию, можете по фонтану вести героя.
У нас Кьювер еще с талантом, да? Да, Кьювер с талантом. Они не пойдут бить. Да-да-да, пока не пойдут. К слову, если что. А вот тут вот, если подойдет. Нет-нет-нет, надо, чтобы Магнус был готов. Уже аккуратно, у тебя форма кончилась. Чекайте. Хочу какой-нибудь хитрый вард поставить, который, может, не найду. Анвейкер там есть. Поставил вот такой. Палки будут новые. Пока. На очке. Морально. В первой игре не было Аркана на Скаймаге. Проиграли. На второй игре нет Арканы на Венге. На что вы надеетесь, глупцы? Думаете, Габин простит Егора за жадность? Стоим, кайфуем. Курса ищет. Вот нашел. Я от не него нашел. Я от него съебался. Я от бабушки шел, а дедушки шел, а я от медведя уйду. Я не могу. РП давать титана. У него Саша Яша, да, там вот, плюс. Вин, там Винвейкер, на этом баре, он заюлит его. Так, ну я просочился, он пару вардов поставил. Надо. На кайтом, мой кайтить. Вот Легион какой-то убить бы. Типа мы видим сейчас вот Урсу на топе. Нам с базы сейчас нельзя выходить. Но подвижен. Чисто подвижен. Мы же видим сейчас часть героев иногда. Вот эти варды стоят. Показываю. Вот это. Ребят, бой. Там барик. Я барика свапнул. Где он следующий? Пытаюсь увести. Курса встанет. Есть там бар? Я за бару завелил. Ага. Ребят, мы вообще хек дали. У меня бай есть, байнес. Пока этих можем. Свапают. Элдера можно, Элдера. Элдер. О! Да, не успели. Сильно. Ждем next swap. Глеб есть. Дэйли с реватсом. У меня КД секунда. Блядь, здесь вот стал свап. Урса будет прыгать. А, там или... просто. Там ответный юл. В мой юл. Нихуя. Нихуя. Нихуя, что делается, но... Сторона дэм. С остальным потом разберемся. Появился свап. Я могу Элдера свапнуть, а ты на фонтан хочешь? Можем сейчас потравить. Давай. Да-да-да, го-го. Нёсер. Ну все, продумал. Живой? 20 секунд до венги, ребят. 20 венги. Да. У нас глиф еще будет, я нажму. Есть что-то у нас еще? Повеселиться. Гущем просто. Наверное. Я поблюю, а то в драке все равно толку немного от этого скилла. Я пытаюсь. Под свап давай попробую вывезти. А кого уст хочешь? А, блин, тут на меня разбег делал. Кончится. Титана. Две секунды. Сапаю. Отлично. Урса не идет, ребят, урса не идет. Дальше. Сейчас они закину, давайте дальше. Еще? Мне слабо. Надо попробовать почистить, гайс. Лего одна стоит в поиске. Там лего фигит снизу. Отошла. Ха, барьюл потратил. Видим на вотчере его. Интересно. Надо шмотки четвертый, наверное, нам как-то ковырнуть, пока время есть. Выбиваем. Протез. Одну добыл, ребят. Телескоп возьму, наверное. Давайте возьму. Всем поможет. Да, да, да. Спасибо. Уйти. Бэк на базу. Стоим и дефнем. Я на кэчке, ребят.
Я рапиру беру. О! Это, блядь, это наш план. Это по-мужски уже. Это я понимаю. А не вот эти вот полумеры какие-то. Свапнуть, может, его? Это иллюзия. Вроде как. Ну да-да-да, иллюзия. Рофлю на топе, ребят. Они хотят зайти в смоке скоро через нашу базу. Надо быть рейди. В центре поставить, чтобы они опыта не тыкнули. Да, у меня есть. Я куплю сам ход. Могут сюда поставить глубже. Что у вас, как там дела? Я пробрался к ним, качаюсь его. Чек на Элдере. На Тарментере, ребят, я... Вижн стоит хороший. Я этого Элдера схапну, пад. Да, можно. Опс, если сюда поставить, сюда опс, вот сюда опс нужно поставить. Я могу там просто гему, чел. Давай я поставлю. Не, без урса не буду отпись. Увидел нас. У нас есть пара смоков, мы можем неожиданно нажать, когда они расслабятся. Ну, типа, знаешь, они такие расслабились, а тут мы смочок. Урса здесь уже, если что. Да, сука! Ребят, на параметре также можно, хороший план. Потом играть на скилл. Урса с Юлом? А, кстати, да, Виндвейкер. Да, они будут ждать просто на Шана. Или друг друга жестко сейвить они. Надо бы тоже нолик кому-то иметь. Короче, я беру блинк. Буду с блинка свапать какого-то Элдера, если увижу его у подножия. Опа, а я об этом скажу чуть заранее. Ярд нажал бара. Это наш шанс. Агу Элдера? Нас всех видно, нас всех видно. Нихуя! Продалек. Так, ну... Я вышел. Ага. Дэвилил, дэвилил. Ага. О, бару, бару, бару. Ага. Урсусу одну под тамбу. Я смотрю. Достанем. Ты там? После ПКБ его. Некогда. Есть, есть хил, слаб хил. Убили. Слаб есть. Ой, хорошая это. Да, да, нашел досты. Нашел досты. Я кинул стан. Но... Смотрите, Урса, смотрите, невидимый. Да, они без бара, бара далековато. Андиска нету, наверное, андиска нету. У меня свап появился. Если кого-то увидел, свап. Ой. Дейлил, дейлил, дейлил. Сейчас тяжко. Урса будет сейчас чаржить, ребят. Свапнули. Покопаю, хилюсь. Да мне 15 секунд. Дефаем, дефаем. Пара, гайс? Готовы? Да, да, да. Да, да, понятно. Не отзывили. Ярик, делай это и дал. Дам, ребят, ребят, свап, 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 свап. Бару, бару, бару. Свап на бару. А вон того. Да, в погоню, блядь. Давай, да, нахуй! Ой, он без, без эндиска, без эндиска. Ебись его! Рошан, ребят, там Вир, ем, а не, ем, у Вира бай будет. Ем. Так, проверь, побегаешь тут, проверишь все. Да, ведь проверить все надо. Пост забрать, тут апсы чекнуть. Угу, пока время есть. Спенга, все вообще, же слушайте, играет там, где... Мы можем... На базе что-нибудь, ничего нет. Что-нибудь забрать сейчас у них, чек. Может? Пока. Или похуй. Как бы, знаешь, лучше лейн распушить, мы хорошо стефались. Ну, времени много, мы просто успеваем как будто бы распушить и забрать какую-нибудь топ-вышку, не знаю. Или рискованно, думаете. Пока риски. Я что-то вардов у них вообще вот тут. Я не, вот, не вот, нашел. Вард, вот, Егорыч, вот. От сюда. Нашел. Там первый. Можем нас вот забрать. Не давать так, можем это потом слишком... пока проходить, гайс. Чекнуть. Слишком агрессивно блинк, жо там. Слишком агрессивно. Это хороший был этот, можем, но... Можем с гемом тут поискать. Можем... Бля, ну Урсо очень крепко, у него виндвекер, мы без нулька, у тебя есть нулик, да? Но их пока трое. Я на базе, мужики, я до вас не иду, сейчас не иду. Да, да, ты просто качаешься. Че, чекну все здесь. Угу. Рошан есть, гайд, 40 секунд. Убить, убить, убить. Он сейчас будет прыгать сюда, на Элдере. Есть герой, есть топ? У него иллюзия.
Где станет Урсу? На КД. Свапнуть? У него винвейтер. Опус. У меня КД все. Там 30 секунд и вергаешь. Нам надо, нам надо, нам надо, Тарас. Поставить опс сюда. Оп, поставить сюда, поставить. Нет, нет, нет. Надо выйти драться, выйти драться. У меня 15 секунд свап. Урсу застанет. Линку сделаю. Там прилетел трахнул у меня. Нет. Нет, у меня тоже. Я тоже, ну... Что там слишком много шмоток там у каждого виндвейкер что-то. Меня вообще титан сломал за удар, походу. Походу за один, если что. А кейк надо было обставить на этот, на возвышенность, на портал. Давай, давай, давай. Да, честно вам скажу, ребят, нам эту драку выиграть практически невозможно. Они нажимают на любого из нас, и мы умираем, а у нас дэмэджа не хватает убить никого там. Ну, то есть мы ни одного героя не можем быстро убить, но объективно. Мы что-то стреляем, пердим, пыхтим, а толку-то? Га-га. GG. Нормально, это не самая важная игра на этом турнире. Это правда, это правда. Это лучше, чем узнать перед этим. Ребят, а я почему хотел Вингу сделать четверкой, что, ой, чтобы она играла со мной. Ко мне андэнг приходит, мне ничего с андэнгом сделать не можем. Не подавить никого, не подсейвить. А то вот кейк, ой, рядом с ней стоит, и ну мы просто фоткаем друг друга. Вот мне поэтому Винга нужна была в 4, чтобы я поэтому сказал, что одинаковые, типа, герои и будут. Да и ну, как бы, да, и Вивера на ошибке подловить, досты нажать. А так с андэнгом, ну, просто что, он более сладкий отсейд для Урса. Типа, Урс бегал, его убивал постоянно. Он даже, ну, ни кнопку не успевал нажать каждый файт. Типа, а с Вингой, ну, Винга не хочет тройка со мной я играть, чтобы меня сейвить. Я почему-то хотел, потому что у нас было бы все то же самое. Андайнг был бы тоже бомж и тоже легкая добыча для Урсы, но при этом да у меня бы не было Аганима. Мне кажется, он бы взял бы фейзы. Да нет, ты бы нафармил, у тебя, ну... У тебя, ты просто не так же быстро на венге фармишь, и на скрипов ты можешь скиллов типа качаться, если бы рядом бегал бы со мной. Ну я был бы андерлевел и андербабки, а так у меня было все нормально. Короче, я вам так скажу, ребят, последние 15-20 минут в этой игре мы сосали 30 тысяч. Для этой ситуации мы боролись как тигры, я считаю. Я считаю, как тигры бились для этой ситуации. Вот, но ситуация, до такой ситуации, судя по всему, лучше не доводить. Но из приятных новостей, дэмэджа на легионке в нашей команде больше, чем у легионки. Это из приятных. Из неприятных у нас упал трон. У них нет, вот так вот. Нормально, вот. Ребят, Травоман на прошлом турнире сосал, а потом выиграл. И у нас такой же план. Не, все правильно, конечно. Мы еще... Я напомню, что в группе можно поребать все игры, и ничего не изменится, потому что все выходят из группы. Нет, подожди. Все, все выходят? Да, на да. Не, здесь выходят все, просто 4 в лузера, 4 в венера попадают, вот эта система. Все понял, но мы выйдем в венера, нормально все. Поэтому нормально. Группа разыгровочная, типа... Это факт. Группа, ну да, да, это факт. Сколько там нужно выиграть с игр, чтобы с группы выходить? Ну, там же... больше половины, да. Ну, все, все. Венерапа, типа, или что? Чтобы вы... Ну, да я говорю, все выходят здесь, никто не вылетает. Кстати, это... А, да, это же точно. Это же так. Я обоссусь, но хочется послушать все выпуски игры. Да, тут особо нечего слушать. Ну, типа... Короче, вот и заключение просто, ну вот, мне нужен жотом на 4, и все, типа, и герой со станом на 4 с жотом, чтобы мы вместе игрались. Вот как в прошлой игре, примерно, там, Скаймаг, Хускара, что-то такое, чтобы мы могли делать какой-то дифференс в игре, чтобы могли карту выносить. Да. Получается, у нас все качаются, типа, ну, тяжело мне что-то делать. Все качаются. Да, можно вообще с двумя сапами, короче, стакаться с мидером. Следующие игры. Да, да, да. Все, бегать просто троем, все руны, контроль, все бегать там. Просто там вот, допустим, Вивер. На сайды бегайте. Да, 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 да. Под это можем брать. Ни одного да. Можно дропать. И просто главное не умирать. Угу. То там слишком быстрый БФ, и просто у него очень много. У него блинк БФ 13 минуты, я еще удивился. Блинк БФ, типа, ну, 13 минуты это слишком too much, мне кажется. Ну да, у него большой. Ну слушай, ну бывает. Бывает. У него реально большой нетворс, он там на 11 просто минуте. Лего крипам боте не подходит, Ростик в лес фармит, и Урсов топит просто с БФ. У Лег. Можно как.
А не просто делать. Можно просто пулить в харде. Это всегда, ну, всегда можно что-то получить с этого. Он Альон вообще крипов не бил, у него 1900 на творц. Нет, да у меня 4000 было на 9-й минуте. Да. Это нормально. Чисто, ну да, на самом деле. Чисто на линии. Ну это потом урцы много очень, и она с этим блинком пошла. Ну, да, учитывая да. ситуацию, что у них ММР в раза больше на линии, чем у нас. Слушай, а у нас, у челов меньше, чем у нас ММР. Вот все показатель. Так все по чесноку. Да, я правда не знаю, кто такой на Баратруме у них играл, что за чел. Я тоже не понял, он хорошо нажимал кнопки, он типа не ошибался вообще. Да, нормально играл. Нормально. Не, ну он шарит, да, шарит. Типа, если бы там играл какой-нибудь, ну, не очень сильный чел. Ну, типа, они просто хоть как-то вышли из ситуации, они там начали крипов вводить, вот этой хуйню. Так он вообще на топ пришел и меня трахнул на втором уровне. Да, я вот это об этом говорю. Ну, он понял, что... Тропнули головача. Он понял, что там уже нечего ловить. Ладно, ребятки, спасибо, мне надо двигаться.